Я на что-то смотрю. Такая типа голубая ваджера, только вот эти вот просто палочка и две вот такие скобочки с двух сторон. Как трехлепестковая, только такая. Двух лепестков. Трехлепест. Как Голубая вот это сингон, вот как моя твоя, как вот открывашка. эта твоя открывашка, только голубая и как-то с молниями. С молниями. Да. А что, вот внеси ее в свое пространство, если хочешь, опять-таки, это может быть не твоя энергия. Или если вы это пространство поставить. У меня как крылья, только сзади больше, от солнечного сплетения сзади. Ага, а то обычно крылья спереди, а тут они сзади оказались. Ну Раскрывается не от да. лопаток, а ниже. Да. Возле солнечного сплетения открывается паттерн типа крыльев, да, в две Угу. стороны. Если в пространство, это ты к себе применила, если в пространство... Если ничего не... Фиолетово-зеленый плазмоид. Хорошо. Если ко мне применить? Как воронка такая из макушки вверх, но из нее сам вверх вот так, как волнами, Заземление вот вниз идет, да? так. Да. Это что-то похоже на Меркабу Типа или да. просто вниз юбка идет? Получается, нарисовала... Это как смещенная Меркаба, да? Ну, наверное. Ну, то, что я с тебя считала. Хорошо, а если твоей маме применить? Если не применяется, не применяешь. Если пошло к ней, сливается, да. Если не пошло, не сливаешь. Оно должно плавно идти в потоке. Она может просто сказать нет, и тогда тоже. Ну, вот ты увидишь ее нет. Любым образом. Что получается? Тут два золотых потока, только они вот так, как бы, начинают вместе в разные стороны, вот так вот сказать. Как потом бублик образуют или просто раскрываются Просто фонтаном? раскрывают. Угу. А теперь смотри, я попробую звук добавить. Здесь калачакра и ваджра и пирамидка, которая тоже вот эти два треугольника делают. И то, что я начитываю каждый день мантры изобилия. Тут их ваджра, мантра, открывающая ваджру. Потом раз, два, три, четыре, пять мантр, шесть, семь. Здесь подряд начитано сверху друг на друга 7 или 8 мантр. И со стихиями в том числе, чтобы с разных сторон раскрыть этот поток изобилия. Ну вот у тебя крылья в солнечном сплетении, это про это. Финансовый поток начинается чуть-чуть выше солнечного сплетения. У мамы два золотых потока, у меня просто воронками, потому что я еще это и генерирую. Ну прикольно что-то. Все.